Ребят, всем доброе утро. Мы проснулись. Вот, надо чухаться, завтракать и садиться за работу. У нас очень много дел по работе. Что-то поднакопилось так. Многие клиенты поприсылали. Можно начинать. Так что, да, надо делать делишки. Мой букетик красуется тут. Красотища такая. Вообще. Время у нас 9:45. Опять гудят самолеты, военные часто по ночам летают. Ой, а мы с тобой календарь не перевернули. Вообще занятые люди. Ух ты, Зая, надо куда-то слетать. Ну, а здесь календарь с Москвой. Какая красота. Вау. Так, ребят, я себе на завтрак разогрела кусочек пиццы. Вчера мне Игорь купил. Вот, с курочкой. Еще у меня там есть десертики. Буду, наверное, какой-нибудь десерт. Мы убрали постельку, все прибрали. Я тут уже в работке немножко сижу. Так что сейчас позавтракаем и займемся делишками. Кто мы? Неугомонные, нам не сидится. Я хочу выгулять платье с сумочкой. Вот, сделала себе макияжик. Сейчас идем, что-нибудь блеску на носу. Короче, мы чуть поделали дела. Решили сходить пообедать. И посуетиться. Хочется нам что-то еще какого-то выходного. Вот решили, что можем себе позволить устроить выходной. О, ну, опять я наблестилась тут, платьюшко одела. Вот. Сумочка вообще топчик. Вот так что сейчас выдвигаемся. Мы приехали, ну да, мы приехали в центр, пофоткаться хочется и пообедать. Вот, у меня такой образ классненький. Съемку себе красиво тут устроила. Игорь, он тут фонтан ломает. Полив. Зая, ну эти сейчас шлюпки пыльные будут. Мы, короче, отфотографировались на этой красоте. Очень здорово. Сейчас прогуляемся вот здесь. Вот так вот, вот так. Вот так. Блин, она уходит. Я, Игорь сначала не хотел, теперь ждет, стоит. Да? Просто ты меня можешь. Ручки такие. Классно, так свежо. У меня весь бантик мокрый, волосы распались. Видите, у нас поднимается, ну, вернее, опускается, сброс уже заканчивается. Мы пофоткались, то, что тут красота такая. Вот, как у нас красиво тут город выглядит. Идем обедать. Бьют вообще. Сидя вот на такой лодочке, доплыть до моего кургана и обратно 3000. Блин, клево вообще. Мы очень хотим. Надо как-нибудь запланировать, да? Сходить пообедать в реку, в ресторан. Давно хотели сюда? Ты видел, он цвет меняет. Классно. Фу, нагуцались. Сила тут у них, видишь, там балкончик. Такой столик достался в серединке. И напротив прям окошки. Красота такая.
мы тут рассматриваем меню, выбираем. И, в принципе, большое меню. Есть что выбрать. И рыбка есть, и рак, и морепродукты. Ресторан называется «Река Ишурус», повторю, но вид, конечно, тут бомба. Хоть мы и не возле окошка, но красиво, да? Мы уже определились, сейчас закажем, и буду вам показывать, что мы заказали. Красиво, наша прекрасная набережная. Очень понравился нам этот городок. Красиво, Волгограде. Типа мы сюда, туристы. Так, я заказала оливье с крабом и икрой красной. Вот так вот красиво подача выглядит. Заказала себе лимонад, маракуйя, абрикос, а у Игоря груша с чем-то, с травой с какой-то. Игоря блюдо еще ждем. Так, у Игоря тут говяжьи жучки, да? Или телячьи? Бараньи. Бараньи. Вкусненько. И еще у меня пельмешки. А ты еще что-нибудь заказывал? Нет. А, ну мы типа салатик на двоих, да, съедим? Да. Так вот у нас вкусненько. Слушайте, мало того, что шлепки очень красивые, так еще удобные. Целый день гоняю. Мне нравится. В зале раков что-то захотелось, так стоим, ждем такси. Так, мы прогнали в перекресток, сейчас чуть-чуть купим еды на вечер и поехали, гоним домой. Так, ну что, мы заехали домой. Было буквально у нас там от силы минут 20. Мы переоделись, я чуть подкрасилась, накрутилась, полежала, искупнулась и едем на футбольчик. Спонтанно что-то решили. Сегодня у нас итоговая игра сезона. Что-то мы опоздали уже, 19:01, матч идет. А смотрите, сколько народу, охренеть. Последняя игра. Там шар опять большой, гигантский. Может, такой шар красивый. Там много народу, мы решили обойти вокруг. Мне так нравятся мои боты. Так, и решили взять самокатики, доехать. Все быстрее, это мы уже на 5 минут опоздали. Объехали стадиончик, идем. Ой, такое небо красивое, мошки что-то у нас прям тут. Как ни странно. Топаем. Сколько время? Мы опоздали на 10 минут, но еще зайти надо. Нифига себе сегодня народу. Мы сегодня сидим рядом с фан-сектором. Bye.
какая у нас тут красота. Все светится. И колесо, и качели. Вот новую поставили. Круть. Прикольная игра, мы выиграли. Мы едем покататься. У нас сегодня такой день нон-стоп, да, Зе? Вообще. Мы тут уселись попить лимонадик и заказали сет небольшой в ребрах. Вот такой вот сет заказали, прикольненький. И напитки похомкать решили, перекусить. Поели, насиделись и решили, что едем домой. Устали.